Один из способов сделать котлеты из мясного фарша сочными, пышными и мягкими – это добавить в них овсянку. Речь пойдет об обычных овсяных хлопьях Геркулесе. А какие ингредиенты конкретно вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте wikirecept.ru. Геркулес, овсяные хлопья, насыпаем в небольшую миску и наливаем половину стакана горячей воды. Оставляем на 30 минут, чтобы намокли и набухли. По прошествии этого времени перекладываем овсянку в емкость с фаршем. У меня он здесь смешанный, из говядины и свинины, но вы можете выбрать любой. Ничего страшного, если овсянка не вся разбухла. В готовых котлетах это чувствоваться не будет. Солим, добавляем специи и хорошо вымешиваем. Формуем котлеты нужного размера и формы. Лучше всего это делать руками. Руки запоминают количество фарша, которое вы берете, и все следующие котлеты будут получаться примерно одинаковыми. Из указанного количества ингредиентов у меня получается 7 котлет. В сковороде нагреваем растительное масло. Выкладываем котлеты. Обжариваем их на первой стороне на большом огне до корочки примерно 5 минут. Затем переворачиваем. И точно так же обжариваем на второй стороне. После чего еще раз переворачиваем. Нагрев уменьшаем до небольшого, прикрываем крышкой и готовим еще по 3 минуты на каждой стороне. Для котлет такого размера этого вполне достаточно. Получаем вот такие пышные румяные котлетки, которые покорят своим вкусом любого. Овсянка творит с ними просто чудеса. Смотрите, какие они мягкие, а еще очень сочные. Вкусно очень. А более подробно, со всеми деталями и нюансами приготовления, с пошаговыми фото, вы можете посмотреть этот рецепт на сайте wikirecept.ru. Ссылка под видео. Приятного вам аппетита!